Здравствуйте, друзья! Это Анапа, улица Маяковского. И я не могу проехать мимо вот такого безобразия. Посмотрите, как в Анапе уничтожают газоны, островки зелени. Вот здесь, вот на улице Маяковского, ну, адрес я точно не знаю, потому что такой вот здесь забор, нет никаких номеров на доме. Вот, но это примерно вот напротив Маяковского 150. Вот, там он, веселый Роджер на флаге черный. Вот, и здесь вот видно, что был газон зеленый, зеленый такой участок, но срезали здесь вот все, прямо вот этот вот слой дерна вырезали, причем очень такой обширный. Вот, и здесь вот уже навалили камни, явно будет здесь что-то, видимо, заливаться бетоном или асфальтироваться. Вот, но срезали и уничтожают. Я прошу власти города обратить на это внимание. Я знаю, что Поляков, когда заступил на должность главы города, он наоборот боролся за то, чтобы захваченные вот эти зеленые, значит, участки, газоны возвращать городу, и были наоборот на улице Ивана Глупца демонтированы стоянки и устроены газоны. Но вот здесь вот, вот именно здесь, вот еще раз показываю этот адрес. Ну вот 147 Маяковского, и вот рядом вот это вот здание красное, без опознавательных знаков, без адреса, без... Тут газон кем-то нагло, варварски уничтожен. И здесь будет организована парковка. Поэтому неправильно это. И с этим надо решительно бороться. Кто со мной согласен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, распространяйте это видео, сделайте так, чтобы эта информация дошла до руководства нашего города. Спасибо за внимание. Всего доброго.